Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На спектакль «Кошки» приглашает театр молодежи. Это добрая, немного грустная, но увлекательная постановка. Ее герои – кошки – рассказывают свои истории, в результате которых они оказались в положении брошенных и обездоленных. Может быть, после просмотра вам захочется кому-нибудь помочь в трудную минуту. Начало в 11:00, стоимость билетов от 250 до 300 рублей. На концерт «Музыка городов мира» приглашает Приморская филармония. Музыкальные путешествия – одни из самых невероятных и интересных путешествий на свете. Ведь можно не просто отправиться в любом интересующем направлении, но и побывать в разных эпохах, странах и культурах. В программе популярные неаполитанские, русские, французские, грузинские песни, мелодии разных народов. Начало в 18:30, стоимость билетов – 500 рублей. А католический приход Пресвятой Богородицы приглашает на концерт «Волна импровизации» Франсис Видиль. Вас накроет волна импровизации от блестящего эксцентричного виртуоза из Версаля. Имя Франсиса Видиля – синоним выражению «человек-оркестр». Филигранную исполнительскую технику на органе сочетает с виртуозной, пронзительной и завораживающей игрой на трубе. Начало в 19:00, стоимость билетов от 400 до 1000 рублей. На профориентационную площадку «Маринет» в летние каникулы учеников с 6 по 11 классы приглашает МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Это комплекс мероприятий по развитию образовательных технологий и вовлечению школьников в инженерное творчество в области возобновляемой энергетики на водном транспорте. Начало в 10:00, вход свободный. Благотворительный аукцион пройдет в торгово-развлекательном центре «Малый ГУМ». Вас ждет много интересных вещей и сертификатов от магазинов. Все собранные средства пойдут в фонд защиты животных «Друг». Начальные цены лотов от 100 рублей. Начало в 15:00, вход свободный. На романтический концерт приглашает Евангелическо-лютеранская церковь Святого Павла. Начало в 17:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А в театре «Кукол» дадут спектакль «Красная шапочка». Начало в 12:00, стоимость билетов – 270 рублей. На мастер-класс по стрельбе из пневматического пистолета всех желающих приглашает Федерация пулевой и стендовой стрельбы. Начало в 9:30, стоимость билетов – 500 рублей. Смешанный турнир по регболу и греко-римской борьбе под названием «На краю земли» состоится на базе кампуса ДВФУ. В соревнованиях примут участие сильнейшие клубы единоборств Владивостока. Начало в 11:00, вход свободный. Для прохода на территорию ДВФУ необходимо иметь при себе паспорт или студенческий билет. На урок по классической йоге всех желающих приглашают в ботанический сад. Начало в 9:00, занятие бесплатное, с собой необходимо взять коврики, плед, теплую кофту и носки. Юбилейный концерт в честь 30-летия заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля «Алиса» состоится на сцене «Феска-холл». Начало в 14:00, стоимость билетов 500 рублей. Кимоно-шоу состоится в президиуме ДВО РАН. Мероприятие познакомит жителей города с красотой кимоно, а также способствует развитию японо-российских культурных связей. Начало в 15:00, необходима предварительная регистрация. Спектакль «Дама с камелиями» состоится на сцене театра имени Максима Горького. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.